привет, доброго дня, доброго вечера, доброго дня, доброго настроения всем. А мы пошли гулять. У меня, как обычно, прогулка хорошая такая. Вот. Ой, о чем мы хотим поговорить, девочки-мальчики? Ой. Стоит ли обижаться на людей, когда вам пишут гадости? Ой. Не, я что хочу сказать? А чё на людей обижаться, вот которые пишут гадости, да? Чё на них обижаться? Они же, понимаете, они же, по сути, пишут себе же. Они думают, что они сейчас напишут гадость, на душе у них радость. Видите, какая красота, девочки-мальчики. Ой, просто шикарно. Я сегодня так вот вышел хаотично. Это, что хочу сказать, это же просто ник. Пишет тебе ник. Ник пишет. Какой-то там, да? Хочет тебя там вывести. Вот вчера, да? Сидели мы там в трансляции, общались. Вылезла. Как это, как из пизды на лыжах. Ну. Мол, я тебе сейчас напишу. Все та же кухня. Вонючая. Другая пишет. Холодильник воняет. Наверное. Тебе-то какая разница? Ты как будто будешь это... Девочки, мальчики, смотрите. Птички, вон они. Не? Блядь, дай-ка я... Или вон они, да? Видите, птички. Ну, отклонимся от темы, девочки, мальчики. Смотрите, какое солнышко вон там. В нашем Париже. Ой, я вообще валяюсь над такими людьми. Один там квакнет, другой квакнет. Серёжа плюс пиво. Папочки. Я вообще... Ой, кофе просто классно, девочки, мальчики. Купите себе кофе. Я пила. И запилася. Ой, мама дорогая. Короче говоря, вот так вот. А что делать? Конечно. А что делать? Ой, а я думал деньги. Ой. А это не деньги. Это коробок. Коробок. Видите, какая красота. И вот это. И вот она какая красота. Видите? Шик. Шик и блеск. Рябинка. Каринка. Ну, я помню, мы тут катались. Ой, извините, это кофе. Все кофе виновато. Я вчера побегал, господи. Я же вчера бегал, ребят. И я думаю, что же, блин, у меня нога, бляха-муха, болит. А это, оказывается, ребят, это мышца. Мышца, девочки, мальчики, мышца за это, затерпенкилась. И все. И боль от этого. Короче, вот так вот.
Смотрите, какие кормушечки. Вот такую кормушечку можно купить и повесить в парке.